Во Владимирской области еще 146 человек заразились коронавирусом, на одного больше, чем накануне. По суточному приросту заболевших мы откатились к началу декабря. Общее количество зараженных теперь 24 979. А в лидерах антирейтинга по-прежнему Владимир, плюс 39 заболевших за сутки. Второе место у Мурома, 18 новых ковид-носителей. На третьем месте Гусь-Хрустальный, 17 новых заболевших. Общая статистика по области выглядит сейчас так. Владимир 5451 случай, Гусь-Хрустальный 3137, Муром 2717, Ковров 1805, Александров 1550, Петушки 1503, Юрьев-Польский 1197, Вязники 1175, Кольчугино 953, Суздаль 877, Собинка 839, Гороховец 683, Меленки 643, Киржач 628, Камешково 577, Красная Горбатка 560, Судогда 347, Радужный 337 случаев. Летальных исходов от коронавируса 6, на 1 случай меньше, чем накануне. Общая смертность от новой заразы теперь 737 человек. Несмотря на то, что вакцинация населения идет уже третью неделю, заболевших по-прежнему больше, чем выздоровевших. Их за минувшие сутки 137. Победивших коронавирус в нашем регионе теперь 22 044.